Сегодня ловил рыбу в Забродку на маленькой речке. Вот на это дерево вот неудачно произвел заброс, вот зацепил блесенку, пришлось слазить. Всем привет! Данное видео сегодня будет состоять из двух частей. Первая тут забродная рыбалка. Сегодня вот немножко походил в забродниках, половил голавлика, и обзор, небольшой обзор моих обновок. Пару воблерков, там блесенки увидите. У кого будет желание, может посмотреть, а нет, так вот. Конечно, красиво ходить по маленьким речушкам в забродниках. Рыбалка в забродниках ничем не сравнится. Идешь себе, тишина, красота, только ты и рыба, уединение с природой, так сказать.
красиво. Вышел прям в кадр. Красавец. Бочин немного подран. Засандалил, блеснул на дерево, пришлось слазить. Сегодня произвожу обзор с боевых условий. Нахожусь на водоеме. Вот у меня там рыбка ловится. При этом получил вчера посылочку с приманками. Вот, заказал себе Джеспа, тролку. У меня вот обалденно она сработала по головлю. В развесовке 1 грамм. Вот это у меня сработало по головлю. Вот цвет 29. Ну, взял себе еще на пробу 20-21. Блесенка обалденно работал по головлю. Валкейм циркл весит 2 грамма. Это уже больше форелевая тема. Вот осенью буду на них ловить форель. Роб сталк в развесовке 1 грамм. На черной подложке и на золотистой. Кстати, если вот присмотреться, по форме они чем-то схожи. Циркл и старк. Ну и еще
получил блесны, на те, которые давно вел охоту, но их все никак не было, нигде, в принципе. Эти блесны днем с огнем не сыщешь. Это Waterland, Cherry Bauer, бабочка, на золотистой серебряной подложке. Блесенки, конечно, огонь, и стоят они как неплохой воблер. Так что их даже, блин, вот на обычных водоемах жалко использовать. Это все форелевая тема. Тоже Waterland Almin 2,5 грамма. Вот смотрите, Depp Cooper 2,5 грамма и Almin. Разница, да? Она толще, здоровее, но при этом весят они одинаково. Ну и пару воблерочков себе заказал. Форест из Фишат в разрисовке 5 грамм. Этот некий воблерок топор. А он тонет как топор и покачивается сбоку на бок. Очень интересный воблерок. И расцветка интересная. HMKL-ка Минов 65 F1. Воблер всплывающий, причем довольно-таки быстро. Расцветка вот интересная такая, как спиралька оранжевая, золотистая.